Ну вот, малышка, мы уже нагулялись, пора идти домой. Малышка, чего ты испугалась? Это же мистер Зубастик. Привет, мистер Зубастик, как поживаешь? Привет, Розочка, поживаю хорошо, только кушать хочется. Бедный Зубастик, пойдем к нам в гости, мы тебя покормим. Спасибо, с удовольствием, люблю ходить в гости. Нет, малышка, это невежливо. Пойдем, сейчас как раз время обеда. Вот, мистер Зубастик, для тебя будет жареная картошечка. О, спасибо, я очень люблю картошку фри. Я хочу картошку фри, я. Нет, малышка, ты кушай кашку, тебе такое еще нельзя. Приятного аппетита. Ну вот, все покушали, теперь нам с малышкой пора ложиться спать. А можно я еще побуду у вас в гостях? У вас так хорошо. Ну конечно, оставайся. Всем спокойной ночи. Совсем не могу заснуть с пустым животом. Пойду посмотрю в холодильнике, что там еще можно перекусить. Зубастик, а ты почему не спишь? А я водички хотел попить. Давай я налью тебе водички. Ну что, теперь спать? Ну, вообще-то, если честно, я очень голодный. Голодный? А чем же тебя еще кормить? О, я ем все подряд, что угодно. Да? Ну, сейчас посмотрим. Так, что у нас тут? О, будешь тортик с кетчупом? Конечно, буду. Приятного аппетита! Ну как тебе? Очень вкусно. Ну еще что-то хочется. Еще что-то? Ну сейчас! Яичница со сгущенкой! Как тебе такое блюдо? Попробуй! Ну что, понравилось? Очень вкусно. Ну мало, еще что-то хочется. Ну ты и проглот. Я тебе сейчас такое приготовлю, никто такое есть не будет. Сварю тебе рыбку. Кока-коле. Ну что, как ты себя чувствуешь? Отлично, теперь можно и поспать. Он наш малышку разбудил. О, зачем я его позвала к нам в дом? Зачем? Вот это ты здорово придумал, дорогой. На меня столько работы навалилось, столько нужно сделать, как раз и поработаю. Папа! Что, Пеппа? Ой, а что это ты в очках? Ты куда-то собрался? Да, Пеппа, сегодня очень жаркий день, и мы едем купаться. Бегите за нарукавниками. Ура! Купаться!
мне нужно поработать в тишине. Желаю вам хорошенько развлечься, но будьте внимательны у воды. Да, папа свин? Конечно, дорогая, не волнуйся. Ну все, счастливого вам пути. И не забывайте об осторожности у воды. Да, дорогая, все принадлежности для аквапарка мы взяли. Мы поехали. Как тут здорово! Надо быстренько в воду! Я побежала! Пеппа, осторожнее там! Да, папа, я же умею плавать! Смотрите, я прыгаю! Пеппа, привет! Привет, друзья! Здесь так здорово! Водичка такая теплая! Кэнди, иди к нам! Нет, я же кошка, а кошки не любят плавать, любят греться на солнышке! Пеппа, как ты там, не холодно? Нет, папа, тут здорово, придите ко мне! Но я же еще не умею плавать! Так у тебя же есть нарукавники, Джордж, прыгай! Ладно, ладно! Папа, так жарко, так хочется мороженого, тут есть мороженое? Купи, пожалуйста, купи мороженое! Да, Джордж, я видел, тут есть магазинчик с мороженым. Конечно, я схожу куплю, а ты не лезь в воду! Добрый день! Здравствуйте! Что бы вы хотели? У нас есть отличные прохладительные коктейли. О, да, с удовольствием. Ой, нет, я за мороженым. Конечно, есть и мороженое. Вот, возьмите, очень вкусно. Малыш Джордж, держи свое мороженое. Пеппа, а ты не хочешь мороженое? Нет, пап, я купаюсь. Сегодня слишком жаркий день. Я все-таки схожу и куплю тебе его. Вы знаете, у вас такое замечательное мороженое. Мы бы хотели купить еще. Конечно, у нас самое вкусное мороженое в этом аквапарке. Сейчас я вам еще приготовлю. Пожалуйста, с вас 1,99. Без проблем. Какое вкусное мороженое! Просто объедение! Ой, что это за мухи тут летают? Фу, мухи! Не трогайте мое мороженое! Отцепитесь от меня! Мухи, идите! Фу! Джордж, он упал в воду! Он же не умеет плавать, папа! Сегодня отличная погодка, вы не находите? Да, я тоже так считаю. Спаси! Помоги! Боже мой, Джордж! Надо тебя вытаскивать! Помогите кто-нибудь! Папа, где же ты? Эй, тут кто-то попал в беду? Держись, я сейчас спасу тебя! Держись, Джордж! Раз, два, три! Малыш Джордж, ну как ты, в порядке? Да, спасибо, Человек-паук, ты мой герой. Ха. И мой герой тоже, спасибо, Человек-паук. Пеппа и Джордж, всегда соблюдайте правила поведения у воды. Ну, мне пора. Джордж, мы так испугались за тебя, думали, ты утонешь. Я тоже испугался. Я, когда вырасту, тоже хочу стать таким супергероем, как Человек-паук. Джордж, ты сначала плавать научись. А вот и я, Пеппа. Держи мороженое, а я пока позагораю. Ну уж нет, папочка. Давай с нами купаться. Ну, Пеппа, я не хочу купаться. Давай, давай, папа, с нами плавать. Ну, Пеппа, я не хочу в воду. Папа, давай с нами купаться, хватит ходить. О! Ну что, папа, как водичка?
О, водичка прохладная, но так освежает. Давайте, прыгайте ко мне. Я тоже уже бегу, я одел на рукавники. Лови меня, папа. Пеппа, смотри, я плаваю. Меня возьмут супергерои. Конечно, на рукавниках все могут стать супергероями. Пеппа, давай к нам, водичка отличная. Разойдись! Ой, Пеппа, ты меня всего обрызгала? Я уже весь мокрый с головы до ног, как морская свинка. Подпишись на наш канал и смотри новые видео каждый день.